Всем привет! Сегодня 21 июля 2020 года. Сегодня мы на пасеке Василия Яковлевича Приятеленко. Сегодня мы снимали сюжет о двух ульях, а вот в большом улье 12 рамок и 8 рамок. И сейчас будем снимать второй сюжет про улей, в котором 3 корпуса и 8, 8 и 8 рамок. 24 рамочки, но меньшего размера. Этот вот на рутовскую рамочку, а вот это на узко-высокую украинскую рамочку. Эффективный производительный улей, в котором сегодня мы как раз открыли и уже 4 рамочки отобрали с хорошим медом, уже начинающим запечатывать. Как раз пчелки начали запечатывать, совершенно спокойным образом отобрали. Сегодня хорошая погода для медосбора, пчелы очень активны. Здесь вот вентилируют внизу очень активно, а наверху через верхний литок очень активно залетают. Я тут немножко на их пути, немножко их беспокою, но я в сетке, так что они не боюсь. Так что заходите на наш канал, увидите новый интересный сюжет про пасеку Василия Яковлевича Приятеленко, про ульи и про новости с пасеки. И обновите свои знания о том, как устроен улей, потому что всегда лучше заглянуть внутрь, посмотреть, как устроен и как пчелы собирают мед. Многие не показывают, как пчелы собирают мед, как их именно улей. А вот Василий Яковлевич все открыто, все он показывает, видно и понятно. Конечно, чтобы совсем понять, надо такой улей иметь и с ним поработать. А мы вам по мере возможности показываем, открываем, показываем, рассказываем. Надеемся, что вас это заинтересует. Всегда можете обратиться к Василию Яковлевичу за заказами, за консультацией, за вопросами. Подъехать посмотреть пасеку, приобрести его ульи или сделать даже большой коммерческий заказ, почему бы нет. Все готовы хорошим коммерческим предложением. Видите, пчелы активны. Так что заходите на нашу страницу в Ютубе, увидите много чего интересного о пасеке Василия Яковлевича Приятеленко. И не забывайте заходить на страницу в Патреоне. Наша тоже интересная инициатива. На страницу в Патреоне поддержать нашу инициативу, наши проекты по энтомологии и по пчеловодству в Украине. Так что до новых встреч на моем канале. И на странице в Патреоне, где можно бросить донат, самый маленький, в любой валюте, в рублях, гривнах и любых других ториках. Патреон принимает, а мы вкладываем в проекты, будем рассказывать больше о пчеловодстве на Украине, больше о энтомологии, о насекомых, о животных, о природе, на русском и английском языке, между прочим, будете развиваться. И мы будем делиться своими знаниями и новостями в науке и пчеловодстве. До новых встреч на моей странице в Ютубе и в Патреоне. Пока-пока.